включаем уже левый поворотник и уезжаем. Они вообще просто скоростными едут. Зачем мы сейчас правый включали? А сейчас вообще без поворотника поехали. Уже не нужен поворотник, тем более это правый. Мы же влево выезжали. У меня влево, а потом же надо было вправо. Куда вправо? Мы с правой полосы перестроились в левый ряд на тот момент. Так, что сейчас перестроиться? Хотите перестроиться? Не газуйте, не газуйте, не газуйте, не газуйте. Скользко. Во-первых, нужно было поворотник включить. И вы сейчас нарушили грубо правила дорожного движения. Вправо уходим. Объезд нужно было делать какой полосы? С правой. Правая была свободна. Куда вы лезете? Зачем? Вот включайте поворотник. Вы же уже где едем? Так мы не на правой полосе. Хорошо. Поехали вправо. Если вам так хочется, только аккуратно это делать. Так, мы также едем, да, по этой полосе? По крайней левой пошли. Так, мне в крайнюю правую, да, войти? Ну как в крайнюю правую? Вы сюда, по всей дороге зачем ездите? Нам же сейчас по ушам нахлопают. Вы что делаете? Так, а тут нет две полосы. Как одна... нету две полосы? Джип по какой полосе едет? Вы по какой сейчас полосе едете? Вы по правой, он по левой. Зрительно-то делите дорогу. Так я ехала по второй полосе. Вы в зеркала смотрите всегда. Вы ехали по второй и оказались в правой. Оказались между двух полос. И джип не знает, куда ему. То ли влево, то ли вправо. Естественно, я уже дернул вправо. Потому что он влево пошел. Как бы. Понимаете, ваша задача уже учиться самостоятельно. Ну, я здесь не поняла, что ты сказал. Я говорю, мы по правой едем, по левой едем. Ты говоришь, да. А надо бы по правой. Я раз на правую ты перескочила. Зачем надо было по правой? Я разве говорил, надо по правой? Ну, я так услышала, что надо по правой. Да вы всегда слышите то, что, чего я не говорю, а то, что говорю, вы не слышите. Вот так вот. Бывает. Будем слушать, прислушиваться. Да тут надо в зеркала смотреть, тут применять уже свои навыки. Все равно ну, много уже чему научились. Чуть за рулем не посидели, вы начинаете опять шкодничать. Да, вот чуть-чуть не посидела, все. Вот сейчас вы разогнались, потом взяли, резко остановились. Сейчас бы сзади бы такой привет был бы интересный. Сказали, здравствуйте, а можно с вами познакомиться? Олени, как бы так сказали. Знак какой мы проехали? 20. Ну, на спидометр посмотрите. А что они сейчас не меняются? Что не меняются? 20. В смысле не меняются? Не меняются они. Их отменили, говорят. А, их отменили? Да. Кто говорит? По телевизору говорили. Что говорили конкретно? Что 20, которые это самое... Что 20? Ограничение 20 километров. То, что превышает на 20 километров, их отменили, да? Да. Соответственно, тогда вы конкретно должны были 20 километров ехать. Потому что если вы считаете, что на 20 можно превысить, можно около 40 по-вашему было ехать. Вы ехали 40 и сами же говорите, что отменили. Ну отменили, тогда 20 надо. А было. Вот я ехала 40, потому что раз, ну, я. Раз отменили, я можно думала, ехать. Ты, да, я же думала, ты знаешь. А я, то бишь, я не знаю. Да я не знаю, знаешь. Вы должны, нету такого в правилах на 20 километров, вы имеете в виду даже на 20 километров превышение отменили. Вы на 20 километров превысили. И сами же сказали, что их отменили. Соответственно, нет, вы конкретно... Нет, что они не действуют, вот эти вот 20 километров. На кого не действуют? Ну, на движение сейчас автомобилей. То есть можно ехать без 20 этих. Не смотрите телевизор. А у нас, представляешь, за мостом, как едешь домой вот. Вы меня услышали? Ну, не смотрите телевизор. А никто не едет. 20. Это как по двору. Ну хорошо, я буду ехать 20. Я буду здесь.
А впереди меня, или сзади меня будет ехать, скажет, какая-то тупица. Все едут нормально, она каракатится, черепашка. Здесь должны были поворотник включить, посмотреть в зеркало. Здесь надо в левый ряд перестроиться. И чем смелее вы это сделаете, тем будет проще. Правый ряд перестраивается. Зачем вы тормозите? Скажите мне, пожалуйста. Поворотник-то выключите. Что, мы прямо едем? Мы на перекрестке направо едем. Не рановато ли вы его включили? Ну я же все равно в бордюр не поеду. Ну а вдруг вы останавливаетесь? Вы убедились, что нет вагонов? Да уже-то поздно смотреть, мы уже проехали рельсы. Нет, я там убедилась, а здесь-то еще не убедилась. Ну а тут-то, конечно, справа бы сейчас привет прилетел бы. Мы бы оба убедились бы. По двум полосам не едьте, займите крайнее левое положение, так как мы... Крайне левое? Да, мы поедем налево. Пожалуйста, зеркало-то смотрите и перестройтесь немножко. Вы в зеркало хватит смотреть, на дорогу смотрите. Таблица какую бы, знак какой проехали. Ага. Вот ваша невнимательность. А я здесь не ездила еще. А почему вы здесь не ездили? А кто меня возил? Кто вас возил? Сдали бы автодром, давно бы уже здесь ездили. Куда вы, я жить хочу? Да я ж не вижу там. Так смотрите. Вы а же, ты ж сидишь. Так наклоняйтесь, там отгибайтесь, я не знаю, но вы должны видеть. Все, там нет, здесь нет. Поехали с газом. Тише, тише, тише. Не суетитесь, а? Нет, вот если бы, конечно, была бы у мужа машина, я бы училась, я бы давно раздала. А что это раз? Да то, чтобы муж бы давал бы машину, это одно. А если бы вы внимательно пытались бы выполнять, что вам говорят. Я же вам, видите, говорю что-либо. У меня такое ощущение, что вы мимо ушей это пропускаете, и все равно вы на своей волне. Я вам, ну почему? Я вас ругаю, я вас ругаю, допустим, вы даже не слышите, что я вам говорю, вы мне всегда говорите, ну все, поехали дальше, все, поехали, ну поехали. А ошибку вы так свою и не признали, и не поняли. И постоянно, вот вы сейчас по сплошной едете, видите? Да. Сейчас надо, можно это... Сейчас не можно. Зачем? Знак был конец полосы, видели, справа стоял, дорога закончилась. Зеркало правое все равно смотрите, видели, нас джип обогнал справа, тут также могли нас обогнать, но сейчас-то не смотрите уже в зеркало. Да я понимаю, я просто смотрю, не заехала ли я на линию. Да не заехали, а что вы понимаете, вы смотрите в зеркало, вы на дорогу вообще не смотрите, что к повороту мы подъезжали, к перекрестку, где знак движения без остановки запрещено. Вы вообще в левое зеркало смотрите и все, и на дорогу прям вообще не смотрите. Потом на перекрестке поехали налево и не посмотрели даже направо, потому что, видите ли, вам не видно. Но с таким подходом, понимаете, что мы не должны находиться на дороге. Надо как-то все-таки понимать, что мы не одни. Все, не смотрите по зеркалам, прямо смотрите. Вы в полосе едете в первой. В первом ряду. Выбирайте место для остановки. Бордюр едем. А вот в данном случае нужно было глянуть в зеркало и посмотреть, где бордюр. Да не влево, а вы же вправо.
А вы же вправо смещаетесь. Да я знаю, но я-то уже как бы регулировала, что я сейчас немножечко сверну сюда. Ну вы влево. Комфортно остановились? Ну, конечно. Весь снег раз собрали? Нет, конечно. Поехали. Там чуть-чуть. Чуть-чуть. А начало движения кто поворотник будет включать? Да уже не нужно, вы уже поехали. Как же это был клип? Долби меня, долби, да? Не знаю, какой был клип, но скорость посмотрите свою. Ага. Хорошо пошли, да? Выбираем место для разворота. С поворотником до какого момента будете? Я же не знаю, где есть поворот. А и не надо знать, его нужно увидеть. Его нужно выбрать. Не спешите. Ну, движение прямо. Зачем вы поворотник включаете? На асфальте же тоже разметка нанесена. Видите? Движение прямо. Не, я вижу, но я думала, вдруг здесь я заеду. Куда вы заедете? Нет. Движение прямо распространяется на перекресток. Вот вы проехали его, а здесь куда хотите едете. Все. Ну? Аж 5 не сдала? Ну, конечно. Левый ряд ходим. Место для стоянки выбирайте. Красный говорит, куда вы летите-то, господи? Я уже стоянку смотрю. Стоянку смотрите. Поехали, уже зеленый загорелся. Зеркало. Да не левое, а правое. Зачем вы влево смотрите, вы направо смещаетесь? Я вас сейчас укушу. Я вижу. Не... Ну смотри, вон далеко от колеса. А зеркало, видишь, сколько? Я не говорю за то, что вы плохо остановились. Я говорю за то, что зачем вы влево смотрите при остановке на правой части дороги. Поехали. На перекрестке налево поедем. Заметили, да, что вы все равно превысили скорость? Да. Но я хотела же, видишь, этих вот, чтобы не догнали меня. Чтобы вас не догнали. Так, налево, да? Красный свет, зеленый свет. Аккуратнее, не бойтесь. Выбирайте место для стоянки. Опять влево смотрит. Вправо надо смотреть. Вправо. Да я смотрю, чтобы они меня не задели. А чё б они вас задели? Они чё, дураки что ли? Не чик-чик-чик, а останавливайтесь. Парковка, ручник. И вы не сдали экзамен. Почему? Сказать? Конечно. Во-первых, проехала. У нас светофоры. Раз, нет, два. Сейчас вот вы остановились и не сдали.
А ну потому что я не, ну, не сразу, а хотела. Ну ладно. Ну я же при себе просто чик-чик. Вы чик-чик, вы включили парковку, подняли ручник, стояночный тормоз. Дальше что? Вот. Ладно, поворотник выключил. Так. А когда мы научимся на дорогу смотреть, на знаки установленные? А что там знак был, это самая стоянка запрещена? Конечно. Вот его даже в зеркало вон видно, он стоит. Вот он. Вот щит, видите, он круглый, знак стоит. Поехали. Посмотрите свои ошибки. Вот посмотрите свои ошибки потом. Еще раз перекубатурите. Ну, в плане... Поработайте над ошибками своими дома. А ты на каком будешь сайте? Я вам ссылку скину. Выбирайте место для стоянки. Так, там нет было, да, этих? Знаков не было же. Я не заметила. Мы их не видели. Поехали. Будет на дорогу смотреть, но я же за вас не смогу всю дорогу смотреть. Видишь, у меня как не досыпом, так я дурик занят. Это не оправдание, понимаете? Да, это не оправдание. Нужно учиться. С вами хорошо, вы все равно не видите. С вами плохо, вы тем более не увидите. Ну тут-то можно было останавливаться. Просто тут можно, вы полосам. По полосам едете, нам направо. Только нужно увидеть, ну, для чего знаки стоят, знаки приоритета, информационные там, рекомендующие в конце до концов. А здесь поворот делать налево? А, не делать, а включать, давайте. Можно я назвать делать. Только в зеркало посмотрите и перестройте левый ряд. Мы здесь включили поворотник не для того, что мы едем влево, как бы по... что она закругляется влево, а то, что мы сейчас налево поедем. У нас маршрут идет налево отсюда. Ты же не сказал мне, в какую сторону мы поедем. Ну вот, говорю. Уже поздно. А я думала, мы направо поедем. С левым поворотником. Нет, почему? Я хотела же право, ты говоришь, включи левый. Ну раз включи левый, значит, поедем налево. Я понимаю, что я, конечно, довожу до нестерпимости. Да нет, я ни в коем случае. Я просто думаю, если я выложу с вами ролик, подумать, что нет, я на вас лучше злюсь. Не выкладывай ничего. Но вы зато со стороны на себя посмотрите. На свои ошибки.